Так, рассмотрим салон Lada Largus. В общем, что у нас тут имеется? Тут имеется руль, рычаг переключения передач, ручник, крепежи ремней безопасности, такая скромненькая панель, печки, ручка открывания дверей. Так, что у нас тут со стеклоподъемниками не видно, скорее всего они электрические. Так, смотрим. Сиденья более-менее удобные. Крепления ремней безопасности такие же, как и в предыдущих моделях. Отличительная черта этого автомобиля — это просто огромный семиместный салон. Если посмотреть, тут даже вот сверху можно увидеть кондиционер. Да, единственное преимущество этой машины — это просто огромный салон на 7 мест. А помимо того, задние кресла складываются, и получается большой объем за спиной у пассажиров второго ряда. Так, что у нас тут еще интересного? Ну, в принципе, все стандартно. Такой скромненький фонарь. В принципе, машинка построена на основе Renault Logan. Сделана она в виде универсала. За счет этого имеет свои преимущества. Ну, в принципе, которые начинаются и заканчиваются на том, что я уже говорил, это огромный, преогромный салон. Чуть ли не family car, конечно же. Интересно, как они садятся там на эти задние сиденья. Сложно себе вообразить. Наверное, складывается средний ряд или как-то еще, я не представляю себе. Но машина вполне себе достойная.